новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Мюзикл, основанный на популярных во всем мире фильмах «Назад в будущее», планирует написать Роберт Земекис. Земекис уже обсудил постановку со сценаристом Бобом Гейлом и композитором Аланом Сильвестри, которые участвовали в создании всех трех фильмов. Сильвестри также является автором саундтрека к таким фильмам Земекиса, как «Кто подставил кролика Роджера», «Изгой» и «Смерть ей к лицу», а также «Форрест Гамп». Первый фильм серии «Назад в будущее» вышел в прокат в 1985 году, собрав по всему миру 381 миллион долларов. Оба продолжения оказались менее успешными с финансовой точки зрения. В 1990 году была выпущена последняя, третья часть кинокартины. В общей сложности трилогия Земекиса собрала почти миллиард долларов. В 1990-х годах по мотивам фильмов был выпущен мультсериал. Главные роли во всех фильмах исполняли Майкл Фокс и Кристофер Ллойд. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».